Школьные площадки и лагерь «Салют» начнут работу по летнему оздоровительному отдыху детей с начала июня. Одно из главных направлений летней оздоровительной кампании – безопасная и качественная организация детского отдыха. В этом году у нас нет ковидных ограничений, к счастью, и поэтому наши летние оздоровительные лагеря будут работать на полную мощность. Поэтому детей будет охвачено отдыхом в 2 раза больше, чем в прошлом году. Мы открываем 6 лагерей с дневным пребыванием. У нас таким образом запланировано к отдыху 859 детей, из них 269 человек – это дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Пришкольные лагеря с дневным пребыванием будут работать с 6 по 27 июня. Тематические программы отдыха составлены в каждой школе. Они включают в себя ежедневные мероприятия различной направленности. Тематика у нас в этом году – это будет фольклор, это программа единых действий, сказано в Заурале, где будут изучаться детьми нематериальное наследие народов России, то есть не только русского народа, а всех национальностей, которые проживают в России, особенно на территории Курганской области. Смены в детском загородном оздоровительном лагере «Салют» начнутся со 2 июня. Там дети смогут отдохнуть до 29 августа в течение 5 смен. Главной базой востребованной очень отдыха это является наш загородный оздоровительный лагерь «Салют», на который большое количество желающих для отдыха детей не только среди наших шадринцев, но и жителей области и соседних областей. Вы знаете, что лагерь благодаря нашим инвесторам технокерамики соответствует сейчас всем нормам. Это благоустроенные корпуса. Благодаря ОШАС там есть у нас бассейн. То есть в результате лагерь считается одним из лучших в Курганской области. И путевки в него востребованы. Практически уже ни одной свободной путевки нет. Каждая смена в лагере имеет свою программу. Особенной станет 2-я. Ее посвятят 65-летнему юбилею «Салюта». В преддверии начала летней оздоровительной кампании в лагере провели косметический ремонт корпусов, частично заменили окна и двери и провели обновление в столовой.